не просто нам найти интересного гостя. Вот, кстати, один из таких интересных гостей прямо сейчас в студии. Да, я уже готова его представить. Это Антон Подобед, директор муниципального бюджетного учреждения «Город». Доброе утро. Доброе утро, Антон Иванович. Антон Игоревич, простите. Антон Игоревич, скажите, пожалуйста, вот новогодние праздники позади, ну, основная их часть. Угу. Насколько тяжело было с ними справиться, коммунальным службам, ведь на самом деле вам-то... Мы работали на 100% загрузку все дни, начиная с 31 числа и продолжая на сегодняшний день. Как бы, для нас эти праздники были буднями. Единственное, что как бы, люди гуляли, меньше было, возможно, граждан, которые пользуются общественным транспортом, поэтому чуть меньше было случайного мусора. Ну, в принципе, вы можете сами оценить по чистоте города, по улицам, что мы справились. Мы считаем, что мы справились минимум хорошо. Хорошо, скажем так, с точки зрения мусорной нагрузки, была ли какая-то такая критическая точка? Много ли намусорили крымчане за праздник? Особо тяжело, на самом деле, было перед самими праздниками, это 30-31 число, когда люди готовились, то есть очень много покупок совершали, соответственно, очень много упаковок оставалось и так далее. Уже 1-2 числа не так было критично, не так тяжело. Самое, если говорить про 1 число, самое тяжелое время – это где-то с 4 утра до 7 утра. Это когда уже самые стойкие, самые крепкие уходят к 7 утра. К этому времени нужно подготовить все проездные центральные улицы в первую очередь, а потом уже уходить на периферию. Вот у нас с 4 до 7 утра – это площадь Ленина, площадь проспект Кирова, улица Севастопольская, ну и все въездные группы. Это в первую очередь работа идет самая интенсивная. Нет ли какой-то статистики, сколько КАМАЗов, грузовиков было вывезено с центральных улиц? Ну, в количественном соотношении я вам не могу точно сказать прямо по машинам, потому что по-разному плотность, по-разному... Ну, много факторов, на самом деле, в сборе мусора, потому что мы используем не только КАМАЗы, но и мусоровозы средней загрузки. Ну, где-то по моим расчетам, вот, уже, получается, третий год мы убираем город, где-то в среднем порядка 600 кубических метров мусора уходит только в ночь с 31 на 1, ну, больше на 1 утро. Сложно себе представить эти объемы, конечно. Очень сложно, но вот на самом деле я, проезжая по городу, вижу, насколько чисто, и, в принципе, в новогодние и в рождественские праздники тоже мы прогуливались с семьей, и тоже могу смело заверить, что было чисто. Но к чему я клоню? Хватает ли вам единиц штатных? Если мы говорим о ручном труде, уборщика территории, на сегодняшний день принята программа по расширению штата численности работников МБУ «Город» в части конкретно уборщиков территории. То есть нам дано поручение набрать еще порядка 292 уборщиков. Мы эту работу ведем уже планомерно, начиная с прошлого года, с середины декабря. То есть мы уже набрали порядка 25 человек. То есть 25 человек из 300 фактически? Да, из 300. Но это все произошло еще до 1 января 2020 года. Но, извините, я вас перебью. Учитывая то, что мы сейчас работаем в прямом эфире, у нас огромная аудитория сразу на двух телеканалах. Вы можете обратиться ко всем тем, кто, может быть, ищет работу? Куда смотреть? Где у нас огонек горит? Ага, вижу. Приглашаем всех на работу уборщиков территории. МБУ «Город» нуждается, и сам город нуждается в трудолюбивых гражданах, готовы предоставить все условия для качественного, комфортного труда с достойной заработной платой до 25 тысяч рублей. То есть это верхняя отметка? При определенных условиях до 27. Но это, конечно же, очень важная тема, но еще одна немаловажная тема – это погодные условия, которые у нас сейчас на полуострове. Это небольшой снег, снежный покров, это гололедица. Ну и хотелось бы узнать, как с этим боретесь? Посыпаете ли реагентами? Да, дороги? Мы работаем в этом направлении в том числе. Это и проезжие части, и тротуары. Значит, на постоянном дежурстве находится 10 обрабатывающих машин ночью, 5 машин днем. Вот за прошедшие 3 суток мы использовали порядка 35 тонн нашего реагента на проезжие части и порядка 20 тонн реагента на обработку тротуаров. Тротуары обрабатываются, к сожалению, чуть помедленнее, потому что это ручной труд, спецтехника там не везде проходит, но, как вы могли, может быть, заметить, по городу были расставлены такие серые мешки большие. Это, на самом деле, мы их развозили еще в начале декабря,
подготовка, чтобы дворники могли оперативно обработать остановки, подходы к остановкам общественного транспорта в первую очередь, ну и пешеходные зоны, где большое количество именно населения двигается. Извините, вот вопрос такой, у нас, к сожалению, время поджимает уже. Ну вот лично меня, как человека неравнодушного к родному городу, вот такое страшное слово реагент. А насколько этот реагент на самом деле безопасен для окружающей среды, для деревьев, в частности, для прохожих, их обуви? Третий год идут эти споры по поводу безопасности реагента. На самом деле реагент безопасен. Во-первых, завод-изготовитель предоставил все сертификаты, какие только возможны, на испытания на кожу, для обуви, для животных, наших домашних питомцев и так далее. Но также хочу обратить внимание, что мы реагент используем с оптимальным распределением, для того, чтобы не пересыпать, чтобы действительно не было вот возмущения граждан, что мы там реагенты пересыпаем больше, чем снега, образно говоря. То есть мы используем минимально доступно для того, чтобы растопить ледяной слой, но не более. Мы считаем, что лучше подсыпать равномерно, чем расходовать неправильно его. Он безопасен. Антон Игоревич, во-первых, большое спасибо, что вы пришли к нам в гости. Во-вторых, большое спасибо, что вы действительно очень сильно за нас переживаете, за жителей полуострова, за жителей Симферополя. И помогаете все-таки сохранять чистоту в нашем городе. Я напоминаю, что в гостях у нас был Антон Подобед. Это директор муниципального бюджетного учреждения «Город».